Да, вот дедушка в Русской Православной Церкви в Вашингтоне. И эти самые, сегодня мне Ванечка прислал поздравление, дедушка, у меня такой маленький, по интернету уже, поздравляю тебя с Пасхой. Вот, я Ванечке, Ванечка, привет тебе, это самый дедушка из церкви, из русской. И Иисуса тоже подарите. Службы никакой нет, но вот всем Богом, значит, это самое поздравление с Пасхой. Светлого Христос воскрес, Ванечка я написал, да. И, значит, всем Антон, Иван, Егор, Гриша, Тимочка. Давайте, покажите вот девочке всем, чтобы у них там вся жизнь была нормальная. Главная православная церковь Вашингтона. И девушка в конце. Девушка появилась.